Здорово. А это чё, блядь, за хуйня? Ай, меня уколбашивает. Да. Чё происходит, блядь? Едь. Сука. Да, блядь, едь. Что? За хуйня. Блядь. Чекпоинт. Я хуй знаю, что это было, блядь. Я ничего не понял. Там нормально, там так и должно было быть. А, да? А, ты прошел код, бля. А то, что я обосрался, это тоже так и должно было быть, да? Да, да. Зашел в онлайн, но ни на что не хватает денег. Чувствуешь себя нищим? Не можешь себе позволить даже самую маленькую квартиру? Заказывай прокачку от туриста, и у тебя будет все. Самые лучшие апартаменты, самые новые тачки, самые крутые шмотки, клубы, казино, яхты и все, что ты только захочешь. Прокачиваем быстро, надежно, и наши цены ниже, чем у конкурентов. Переходи по ссылке в описании и заказывай прокачку у нас. Надо немножко покаротировать перед гонкой. Покаротировать, бля. Какое слово хорошее. Отличное вообще. Ну, поехали. Что нам тут Скирик наваял интересного? Навалял. Снар. А че? Бру, ду-ду-ду-ду. В чем вначале эти шарики? Я хотел в конце. Так, куда-то надо будет лететь. О, и ехать по ровной хероте. И надо было поехать, да. Я не поехал. А что она мокрая? Она влажненькая. Это на сухую смазывал просто. Это на сухую. Разлил смазку, шушить. На влажненькую. Он, видимо, не себя смазал. А, и там еще и дырки объезжать, блядь. Ой, какая. Блядь. На мокрую прям сложно вообще не рулить. Он мне даже не прилипает. Мне прилипает вроде, но рулить сложно. С шифтиком, да, тоже. Ай, блядь, скользко. Нет, не туда. Там, же. Если вроде эта карта, как кверху все проедешь, вроде надо на стоперах еще развернуться и жопой поехать по крышкам. Чего, блядь? Вот чтоб ты был. Пропел влево назад, Тём. Ага, блядь. Ну я не нажму, конечно, потому что я, блядь, не знаю, где это в конце будет находиться. После трех. Там недалеко ехать. Ага, я даже вторую не могу пройти. Я, кстати, вот от первого пробую, вроде полегче. Я бы хочу от первого. Ай, дырка последняя. Не успел. Точно пробел влево? Пробер. Там вообще как вправо. Это Инжойка говорил. А, нет, вправо точно, нет, еще хуже. Ну я до туда только доехал, все. Получается влево как-то надо. Блять, чё? А, ну да, наоборот. Там прям перед стоперами надо. Я пробил вправо сделал, я долбарю. Так, поехал. Куда-то поехал и чекпоинт. Изяще. Да пошел. Пунг, блять. Все. Полосатки, попрыгушки, полосатки, блядь, не полосатки, да. Полосатки, туруруру, долетел, молодец. Ебушки, колотушки. Что это? Двойные ножницы, да? Да. Это что? Это как это проходить вообще надо? Вроде изи. Иди в жопу. Изи, блядь, ему. Не, ну по видео отвечаю легко было. А, да? Понятно. Он там прям с первой попытки прошел. Ага, молодец он какой, а. Я тебе отвечаю. Блядь, а почему меня стопер не послал назад? Ой, со второго раза прошел, да, изи вообще легкота. А пошел ты, а? Это не так должно работать. Ну почему? А как, блять, оно должно работать? Где, блять, ограничения? Как это должно работать? А чё, копилка, блять. Скерикс, срочно нужны тройные ножницы. Да, четверные, блять. Ну или так.
блядь, не в ту сторону, уже крутился. А чё за копилка? Бля, ой, куда там, ехать? Да, подожди. Копилку направо падать, ну типа в дэшку прожми. Не, я упал уже в копилку, я... А, ну там ножницы. Нет, ну, в дырку вот в эту, да? Переклипываешься на другую сторону. Чего? Там, там, да, там, о, блядь. Перевалочка есть. А, я ее нашел, да. Нашел, вот, туда переваливаешься. Чекпоинт, вижу. А, там, нет, подожди, там, там нет чекпоинта. Там чекпоинт право вроде. Блядь! А чё там, он да, там невидимую хуйню сделал? И как мне выбраться теперь? Надо направо повернуть, тёмно. Я не повернул, я врезался в неё. Ну... Она теперь не поворачивает. Ну ёб твою мать. Арабская ночь, блядь. Нахуя невидимую хуйту туда пихать? Вот это, сука. Пиздец. Ой, блядь. Я тоже, наверное, начинаю думать, что слишком рано. Здорово. А это чё, блядь, за хуйня? Ай, меня уколбашивает. Да. Чё происходит, блядь? Едь. Сука. Да, блядь, едь. Что? За хуйня. Блядь. Чекпоинт. Я хуй знаю, что это было, блядь. Я ничего не понял. Там нормально, там так и должно было быть. А, да? А, ты прошел код, бля. А то, что я обосрался, это тоже так и должно было быть, да? Да. Он так и думал. Так и сидеть мне до конца гонки или можно вытряхнуть? Нет, нельзя. Не, можно, можешь сходить, конечно. Ты че? Ну, пацаны сказали, нельзя. Нельзя, надо сходить. Горячо. Ой! Я послышал спотов. Думаешь? Ты же не слышал ничего, да? Я... Нет, конечно, ты что? Ну и отлично. Я же, блядь, глухой и тупой, сука. Хорошо. Это хорошо. А вот увидеть, увидел. Блядь, почти. А что осталось-то? 5 из 8. 5 из 8, 5 из 8. 5 из 8 это сколько? Это больше половины, но чуть меньше, чем все. Ну, как бы, то есть почти совсем, но еще не до конца. Лауреат Нобелевской премии. Да, по очевидным вещам, блядь. Хочу Нобелевскую премию по очевидной хуйне всякой. Я упал. Это ты зря. А-а-а! А-а-а! Скирик, спасибо за... Чего, блядь? А я куда сейчас упал? Что, не посередине? Почти получилось. Надо было еще выше. Да как она вниз, блядь, тык-тык-тык. Сука. Мы же там не надо наверх, она типа стопером меня отшвыривает вниз, блядь, из-за того, что я снизу вверх прыгаю. Так, тебе надо вылететь ровно, но просто сверху. А-а-а, блядь, а я как дебил. Ну, как всегда. Ты по диагональке берешься? Ну я ли? Типа да, я снизу вверх такой, блять, а меня стоперы ниже отшвыривают из-за того, что машина неровно, как бы. Там надо ровно, но просто повыше. Я понял. Блять, не туда! Дебил! Фу, тупой! Ctrl, Shift, блять, перепутал! Долбоёб! Ты меня называла! Придурочный, блять, вообще, серьезно, нахуй. Сейчас бы Ctrl с Shift'ом путать. И вот изи чек вообще легкота. Брн, так, что тут, кого тут ебать на всей скорости? Ну, тут вот получается надо на всей прям. Потому что она падает, если не на всей. Куда падает? А-а-а. На поворот? Ни хера не видно, даже от первого лица. Там, да, там до хера поворот. А я первый прошел. Блять, как, да, сука! Бля, страшно. Ага. Бля, пустите меня срочно к этим. Бля, не заносись только. Куда, куда, куда дальше? Ни хера. Чё за стена? Блять, стена. Снизу надо. Да, стена. Я тоже до стены доехал и охуел. Солнышки. Ой, 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 ед, ед, не ед, блять, я застрял. Так, низ. Ножницы вверх. Ой, не ножницы, в смысле, а эти штуки.
А чё там дальше? А, всё, чекпоинт, изи. Изи. Девочка. Я поехать не могу, блять, у меня что-то вниз и тащит и все. Ничего, а я не помню, как оно как-то делал. По тормозам тем лупи, как приземлился. А, да, точно. Что это? А что это? Разворот его ебал, блять. Сука. Ты должен развернуться на 360, поехать прямо. В конце будут стоперы. От них да надо... не подожди, какие стоперы? Вот этот разворот первый, что это за говна кусок? Пробел влево, пробел вправо. Чё, влево? Пробел влево и вниз, блядь, полетел нахер. А? Ты чуть-чуть машину раскачиваешь пробелом влево, ну, пробел влево нажимаешь. Mm-hmm. И потом сразу пробел вправо. Mm-hmm. Бля. И там еще какая-то и хуйня после этого. И бустер не взялся, да? Ни хера. Бустер слишком близко стоит. Значит, ты просто не докрутил. Значит, надо пораньше это сделать все. Блять! Нихуя было. Блять, какая классная карта была. Вот до этого чекпоинта. О, взялся. А это что за говно? Подожди. Что это? Блять, что это? Да сука, иди нахуй! Говно. Как он тут взялся, не сразу. Ой, пиздец, вот еще сранят, ну туда надо было запихнуть, ну ой, фу. Блядь. И сейчас у меня вот эта хуйня будет получаться раз в 10 минут, блядь, и вторая хуйня вообще не будет получаться. И класс. Ну вот, блядь, и не... Да. Ники-беники ели, блядь, пельменики. Пельменики? Да, надо понять. Чего я вообще не разбил, где мы? Ну а чё, как бы, ну ладно. Как бы да, чё бы нет. Ну вот, сделай мне, блядь, бустером, эй. И что, блядь, надо сделать здесь? Сука! Что, блядь? Ну, пиздец. Фу, блядь, мерзкий чекпоинт. Говно. Ой, что, блядь? И нихуя, блядь. Пизду, блядь, какое говно. Ну, прям не нравится. Вот прям фу-фу-фу, блядь. Они, блядь, пока карту строят, они выдрачат этот элемент. Ты такой, ой, ну что-то легко, хоть блядь. Первый раз заделал, блядь, а чё тут? И чё? И всё. Ну вот угадай, сколько там шифта, а сколько, блядь, контрола. Охуенно. Заебись, да? Блядь, полчаса мучиться, да? Вот, да, охуенно, да? Вообще класс. Там надо сколько-то шифта и сколько-то контрола, блядь. Вот, блядь, угадывай теперь. Чего это сейчас, блядь, у меня такая всратая попытка сейчас получилась просто, блядь. Мне первое тоже, я вообще не понял, я, блядь. Я просто shift зажал, короче, и просто такой пин улетел, нахуй, блядь. Крышей, блядь, об этой хуйне. А за какой нахуй я сейчас еще раз, конечно, я вроде начал получаться опять разворот, дебильный. У меня тоже начал, но, блядь, как бы толку от этого нихуя никакого, потому что, блядь, что там дальше, я не ебу вообще. Ну, как бы тоже не так уж часто он мне получается, в принципе. Чё, блядь? О, без бустера поехал. Нихуя себе. А ну-ка, ну-ка. И дальше, блядь, прошел. Ёб твою мать. Да ладно. Получилось, блядь. Ну там такой миллиметраж, я, блядь, чуть носиком не задел эту поебень. Все, финиш, блядь. Нихуя ты классный. Да нихуя, это рандомщина. Я еще раз так не сделаю. Ну типа, блядь, такое себе. Просто, блядь, залачивал и все. Вот чё, думаешь, я запомнил сейчас, сколько я там шифта, сколько контрола жал? Нихуя, блядь!
Я как ездил, вот случайно тыкаю просто Shift-Ctrl. И вот так же, блядь. И вот один раз мне повезло, и я прошел, блядь. Ну, типа, как бы. Нихуя я от этого не научился этот элемент делать. Короче, я финишну. Изи, гонка, легкота. Вот. Понятно? Вообще ничего сложного. Ну, чуть-чуть в конце.